Привет всем, это канал Кибай. Сегодня к нам приехал такой вот паркетник, это Hyundai Tucson 2000, не знаю какого года, сейчас скажем, 2018 года выпуска. Проблема владельца была в том, что перестали работать кнопки в ручках без ключевого доступа. То есть при нажатии на клавишу, что водительская ручка, что пассажирская, передняя, они не открывали машину. То есть мы их отремонтировали, обе ручки. Машина сейчас, видите, вот закрылась. Жмем кнопочку, машина открывается. Ручка двери рабочая. Сейчас закроем машину. Это водитель рабочая. И также мы отремонтировали ручку двери пассажира. Машина закрыта. Жмем кнопочку, машина открывается. Жмем кнопочку, машина закрывается. Если у вас такие же проблемы с вашим Hyundai Tucson, обращайтесь, наша компания Ikibai вам поможет. Не фокусируется, ну и важно.